Степа, Степа, к тебе гости. Здравствуйте, Степан. Степа, Степа. Лида? Вы не стесняйтесь, вы проходите. Да, проходите, садитесь. Ой, я забыла. Будут вам гостинцы деревенские. Для вас, Степан. И для вас. Ой, спасибо вам большое. Степ, может, ты меня как-нибудь представишь даме? Это Игорь, мой друг детства и сосед по квартире. А это Лида. Лида. Прелестно, просто прелестно. Лида, а какими судьбами? Вот, нежданно-негаданно. На комсомольскую учебу приехала на 3 месяца. Степ, может, ты бы Лиде хоть чаю предложил? А, действительно. А, не надо, не стоит беспокоиться. Ну, как это не стоит беспокоиться? Что это? Да я на минутку всего лишь. Мне обратно далеко добираться, на Лагереево. Я пока доберусь, уже стемнеет. Простите, как-то все так неожиданно. Я даже растерялся. Ну, хорошо, может быть, мы с вами встретимся завтра, я покажу вам Москву. А давайте в субботу. У меня завтра занятие. Первый день все-таки, я думаю, затянется до самого вечера. А в субботу занятий нет. Ну что, давайте в субботу. Я очень хочу в театр сходить. Ну, хорошо, я куплю билеты. В какой театр вы хотите сходить? Ну, ладно, я думаю, разберемся на месте. Ну, мне пора. Давайте я вас провожу. Да не стоит беспокоиться, я же сама вас нашла. Найду и обратную дорогу, не заблужусь. Ну хорошо, до двери можно вас проводить? До двери можно. До свидания, приятно было познакомиться. Взаимообразно, взаимообразно. Я очень рада видеть вас, Степа. Я тоже. Про Веру ничего не хотите узнать? Не хочу. Тогда до субботы? До субботы. Угу. Это и есть Большой театр? Да. Наконец-то я его увидела. А вот там гостиница «Москва». Угу. О, нам пора. Вам спектакль понравился? Что, не понравился? А вам понравился? Лида, ну я же первым задал вопрос, а к тому же отвечать вопросом на вопрос неприлично. Ну что ж тут неприличного?
Лида, не заговаривайте мне зубы. Лучше честно скажите, почему вам не понравился спектакль? Ну, я не знаю. Там руками машут, громко говорят. В жизни же так не говорят. Мне вообще кино больше нравится. Там и песни поют красивые, и артисты. Я, в общем, первый раз в театре. Может, не понимаю, чего. Лида, пойдемте в ресторан. Нет, мне далеко добираться, в Новогиреево. Приеду уже за полночь. Но зачем вам ехать в Новогиреево, если вы совершенно спокойно можете переночевать у меня? Вот тоже сказали у вас. Придумали. Ну, а что же здесь такого? Ну да, ничего такого. Остаться на ночь у мужчины, ничего такого. Вы сейчас проводите меня на вокзал. Хорошо, провожу. Расскажите мне про свою диссертацию. Да ничего, закончил. Через 3 дня буду защищаться. Через 3 дня вы станете кандидатом? Стану. Лида, а можно попросить вас об одном одолжении? Попросите. Дело в том, что после защиты я бы хотел пригласить к себе друзей, ну, самых близких друзей, несколько человек. Вы не могли бы помочь мне приготовить еду и накрыть на стол? А то из меня повар не важнецкий. Хорошо, помогу. Ну, как идет охмурение профессора? Успехи есть? Все идет по плану. Здравствуйте, товарищи. Передача «Встреча с песней». Выпуск 77. Ошкин кот! Это кто мог подумать, что эта комната может иметь такой приличный вид? Люд, вы просто кудесница. Да ладно, скажете тоже, кудесница. Прибралась просто, да и все. Степан Алексеевич редко здесь прибирался. Ну, знаете, редко это не то слово. Ну как же он таким наглым образом вас превратил в Золушку? Да ни в кого он меня не превратил. Помогите мне стулья расставить. Слушаюсь. Не каждый день защищаешь диссертацию кандидатскую. Это точно. Так, вы сейчас поможете мне стол накрыть. Есть. Теперь, вероятно, мы встретимся с вами 18 сентября в пятницу в 20:15. Кажется, пришел. Ну, не прошло и года. Встречу подготовили Тараса Бушевича и Виктор Татарский. Всего вам. Да здравствует новый советский Макаренко! Ура! Что? Ждали кандидата всяческих наук? Они тут. Нет. Кандидата нет. Ой, нет, нет его. Лида, вы меня извините, я завтра зайду поговорим. Степа. Степа, ну что случилось? Ну что с тобой, Степа? Что случилось, Степа? Степа. Степа, милый, Степа, ну что? Степа. Ну что ты, Степа? Что ж, я с тобой, родненький, ну я всегда буду с тобой. И в горе, и в радости, Степа. Я с тобой. Степочка. Степа, милый.
Все. Ты как хочешь, а я пошел спать. Угу. Иди. Ванечка, ну родненький. Ванечка, ну миленький. Вань, ну подожди, Вань, ну ты... У нас сразу на меня иголка. Вань, ну ты же знаешь. Природа распорядилась. Вань, ну мне нельзя, ну потерпи. Вер, я... Вань. Я слышал, что можно. Вань, а я в здоровье читала, что нельзя. Так кому же верить? Как кому верить? Конечно, печатному органу, Вань. Печатный орган, печатный орган. Какие же мы мужики несчастные. Может быть, хочешь со мной местами поменяться, а? Ну, Вань. Ну, Ванечка, ну, миленький мой. Ну, родненький мой, ну, не обижайся. Ну, ведь еще немножко осталось. Ну. Ну, иди. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. Ну, я пошел. Иди ложись. Привет, ударницам постельного фронта. Красавица! Ты бы сказала своему Степану, чтобы он тебя поберег. И, между прочим, из постели иногда и выползать нужно. Ты я хоть в зеркало видела, какие у тебя круги синие под глазами? Ничего, я девушка крепкая. Садись, чайку попьем. А то мой Дмитриевич запаздывает. Ой, у тебя-то как дела? У меня? Лучше всех. Мы с моим завходиком тоже ночи любви устраиваем. Вот цветочки, видишь, мне дарит. Благодаря тебе, я ведь в комнате теперь совсем одна. Увожу его с собой. Кого? Дмитрича, завходика моего. А что? Устрою его на нашу Ивановскую ткацкую фабрику. Поживем, как нормальные люди, годик-другой. Поботремся, а там, гляди, поженимся. А что, в Москве не остаешься? Шанс такой выпал. На черта она мне сдалась, эта Москва. Суета одна. Мне в Иваново хорошо. Там мое место. А с мужиком я вообще горе знать не буду. Это тебе, Лидусь, Москву покорять надо. Ты у нас баба красивая, видная. Москва для тебя в самый раз. Не зря ведь ты своего аспиранта 3 месяца обхаживаешь. Замуж-то зовет хоть? Не зовет. Ну, а что так? Нужно проявлять инициативу. Что ж, мне ему предложение сделать, что ли? Предложение. Ты его на брюхо возьми. Как это? Как это? Так это? Скажи, что ты беременная. Ну, я ж не беременная. Ты, господи, что ты за бестолочь? Сегодня не беременная, завтра беременная. Он же об этом еще не знает. Главное сказать, а с вашим половым режимом забеременеть, расплюнуть. И все. Когда твой Степан этого того отметится, он осторожничать перестанет. А дальше дело техники. Залетишь, как миленькая. Учись, подруга, пока я жива. Нюр! О, привет, пропащая. Ну, сколько можно тебя ждать на занятия, ведь опаздываем. Ну, иду, иду. Степ, а кто это на фотокарточке? На какой фотокарточке? Ну, вот. А? Хемингуэй, писатель. Ну, имечко.
Он что, не русский, что ли? Американский прогрессивный писатель. Хемингуэй фамилия. Имя Эрнест. Надо же, Эрнест. Я бы никогда своего сына так не назвала. Ну, а почему нормальное имя? Степ. Mm-hmm. А ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? Ты это спрашиваешь просто так или? Или. Я беременная. Я чего-то не пойму. Ты рад или не рад? Ну, рад, конечно. Вообще-то радуется немного по-другому. Прости, но просто как-то неожиданно. Ничего себе неожиданно. Почти 3 месяца мы с тобой тут что, в шашки играли, что ли? Так ты рад? Ну, конечно, рад. Тогда поцелуй меня. Ты знаешь... Знаешь, после Нового года нашу коммуналку будут расселять. Построили новый жилой район в Черемушке. И мне там дают 2-комнатную квартиру. Вот. Значит, мы поженимся? Ну, конечно, поженимся. Когда? Нужно немножко подождать. А чего ждать-то? Понимаешь, я действительно хочу начать новую жизнь. Ты. Наш ребенок. Наш дом. По-настоящему начать новую жизнь. Все с нуля, понимаешь? Поэтому давай договоримся так. Ты поедешь домой. Подготовишь мать, разберешься с работой. Мне нужно с диссертацией своей разобраться. Теперь уже нужно все заново начинать. Я получу новую квартиру, перееду. Напишу тебе. Приедешь ты, и мы поженимся. Степа, ты меня не обманешь? Не обману. Ну хорошо. А теперь давай спать. Да вот милые там музыкальные программы от мелодии. А вот, Тусечка, наша с Ваней спальня. Ой, да я как в музее, Веронька. Ой, красота-то какая. Пойдем, а там зала. Ой, ты моя Любонька, как... Боже мой, мебелят какие. Да я таких сроду не видела, Веруся. Румынский. Таких в магазин не купишь. Это Ваня со склада выписали. Поощрение за работу. Поощрение за работу. Садись, Дусечка, а то устал с дороги. Ой, Верк, ну значит, он заслужил. А Варька-то когда придет? Ну, ты же знаешь, Ягоза в кино умотала. Придет, куда наденется. Вер, ты мне лучше вот что скажи.
Как вы с Иваном-то? Редком-лотком или ссоритесь? Да ну что ты, Дусь? Да и в помине такого нет. Слава тебе, Господи. Знаешь, Дусенька, я так тебе благодарна, что ты меня тогда образумила. Ты знаешь, мне даже Ваня сказал, никогда, говорит, Вера, не думал, что семейная жизнь может быть такой хорошей. Ой, слава Богу, слава Богу. Это что-то ждет? Ждет. Только за меня очень волнуется. Да и мне, Дусь, боязно. Ну, что это ты разухлась? Обычное бабье дело. Все обойдется. Как назовете, решили? Думаем пока. Думаем, если мальчик родится, назовем Иван. А если девочка, то Светлана. Света. Чтобы жизнь у нее светлой была. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Здрасте. Ваня. О, Федор Тимофеевич, вы-то как нам сюда пожаловали? Да вот, в райком за характеристикой приезжал. С учительской делегацией за границу ехал. Это куда? Польшу паном. Вы позволите? Прошу пан. Да. Я вообще-то в столовой не обедаю. Дома ем. Ну, сейчас моя Вера... Верочка все по врачам бегает. Что такое? Так что я по-холостяцки. Положение на у меня. Да? Скоро должна родить. Да ты что? Ведь поженились-то недавно. Ох, Ванька, Ванька. На свадьбу меня не пригласил. Федор Тимофеевич. Значит, решили до свадьбы потомством обзавестись. Ну а что? Ну, это дело не хитрое. Да и что за дом без детей? И решили, а? Чем раньше, тем лучше. Сиди. А что сиди? Мы сейчас твою сиди, сеструху сиди. Как королеву встретим. Ну давай, давай. Здорово, москвичка! Господи, ты что ли, Пашка? Ну а кто же еще? А ты кого ждала? О, директор обещал машину прислать. А ты теперь уже на легковых разъезжаешь? Мотоцикл не устраивает? Важной особой стала после московских этих, как их, комсомольских курсов твоих. Не слишком ли много вопросов, Павлик? Ты чё, Лидка? Ледунь, это же я, ты чё меня не узнаёшь? Это же Пашка. Ку-ку, Ледуня, ты уже не в Москве. Значит так, Паша, решаем все вопросы сейчас и навсегда. Я выхожу замуж, и не за тебя. Ты меня понял? А за кого? Это тебя не касается. Понятно. Какого-то московского фраерка подцепила, да? Да, подцепила. Тебе не чета. Ну да, ну да. Куда уж нам, дубинам деревенским. Да не верти ты башкой туда-сюда. Не будет машины. Я когда узнал, что ты приезжаешь, попросил директора, сам приехал с тобой. Ну и куда ты теперь? На Кудыкину гору. Садись. Я же за тобой приехал. Знаешь что, Паш, поезжай сам на своей керосинке. Только смотри, причиндалы свои не отморозь. Ой, ой, ой! Фифа какая, а? Между прочим,
мои причиндалы, это уже не твоя печаль. Ты что думаешь? Ты думаешь, я буду плакать? Да я сейчас только свистну, и куча баб набежит. Ой, ну свистни. И свистну. Ну и свистни, Славе разбойник. Господи, боже мой. Ну, прям как маленькие. А знаете, о чем я мечтаю? О чем? Вот берусь кородит, и стану я не просто Варькой, а тетей Варей! Да. Ты мне, тетя Варя, лучше скажи, ты там себе еще жениха не присмотрела, а? Давай скажешь сюда. Тоже. У нас медучилище, одни девчонки. Ой, Верк, дом хороший, а? Ты смотри, к окошку не подходи близко, а то пузо перевесит, свалишься. Называли Илья Федотович. Ты мне скажи, Вань, плохо тебе тут? Нет. А что случилось? Ты в курсе, что из области твое личное дело запросили? Нет. А я по глазам вижу, что в курсе. Садись, садись. Очень ты им там в обкоме понадобился. На учебу вызывают? Да нет, не на учебу. Забрать тебя хотят. Им, видишь ли, молодые, способные кадры нужны. Ну так пусть выращивают сами. Сиди, сиди. Вань, я тебе как родному говорю. Не надо тебе в обком. Здесь у тебя перспективы роста. Я уже подал на тебя представление на должность третьего секретаря. А со временем и мое место занять сможешь. Ну, но мне тоже достойная смена понадобится. Правда, Илья Федорович, я действительно ничего не знаю. А в обкоме такое творится. Сплошные интриги. За труд, как ни старайся. Ты мне дай слово, что не уйдешь. Не уйду. Ой, добро. Илья Федотович, ну а что делать, если они сильно давить станут? Тут уж сами понимаете. Я все равно буду возражать. Привет старым знакомым. Привет. Ишь, как тебя разнесло-то. Не боишься ходить одна? Да нет, мне еще 2 недели осталось. А вы по какому поводу так набрались-то? Зачем нам повод-то? Были б деньги на бутылку. А повод навсегда. Ага. А ты важная стала? Пойди нас теперь и знать не хочешь? Да перестань ты, Паш. Ты Лидку, подружку свою закадычную, помнишь? Ну, помню, а что? Вот через нее и пью. Всю жизнь мою сгубила. Да сам ты себя погубишь, Паш. Погубишь сам. Давай, защищай ее, защищай. Это она, подружка твоя подколодная. И тебе жизнь попортил. Что не так? Так, о чем вы? Это же она. Ванькой про вас со Степкой настучала. Что не так? Так, так. А потом сама же Степку привела показать, как вы с Иваном милуетесь на прощание. Не так? Я сам слышал, как о Пашке рассказывал, как она стерва хитрющая. Поэтому и пью. Я Пашке тогда еще сказал, давай морд набьем. Ты че? Паш! Ты че, Верк? Верк! Ой, Паш! Эй! Чего с ним? Помогите кто-нибудь! Паш! Останови машину, Сень! Паш! Ой! Что? Верк! Ой. Верк! Ой. Да ее в больницу надо! Давай быстрее, Сенька! Это... Да вот там у нас автобаза! Эй! Верочка, дорогая моя, ты представляешь,
Мне только что первый секретарь обкома сообщил это радостное известие. Я очень рад, что уже все позади. Я поздравляю тебя с дочкой. Спасибо, Ванечка. Ты знаешь, она просто чудо. Такая крошечная, и пальчики такие маленькие-маленькие. Да. Да, мне ее уже приносили. Я ее кормила. Так смешно губами причмокивает. Такая обжор, Вань, ты знаешь, и даже кусается. Как за тобой ухаживают? Просто как за королевой. Даже неудобно. Из ординаторской всех выселили. Я здесь одна и прямо около телефона. А ты, Вань, как, а? Как в сказке. Даже сглазить боюсь. Ну, Вань. Ну, не томи, а. Ты же знаешь, мне волноваться нельзя, а то у меня молоко пропадет. От хороших вестей молоко не пропадает. Ну, Вань, ну не мучай меня, ну говори, а. Ладно, так и быть. Мы переезжаем в столицу нашей родины Москву. Буду работать в аппарате ЦК партии. Переводят по личному распоряжению самого Николая Егорыча. Завтра вылетаю на собеседование. Ну, это уже формальность. Подожди, подожди, а где мы с тобой там жить будем, а? Ты еще и без прописки, Вань. Глупенькая, это же ЦК партии. Да все у нас будет, и прописка, и квартиры. Да об этом даже и не думай. Вот и не верь после этого в сказки. А мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Кстати, Веруська, как назовем нашу красавицу? Светлана. Светлана? Значит, Светлана Ивановна. А что, мне нравится. Давай. Чтоб жизнь у нее была светлой. Ладно. Целую, до встречи. Я тебя, Вань, целую. Приезжай поскорее. Мы тебя со Светочкой будем очень сильно ждать. Пока. Николай Егорыч, разрешите? Ну что застрял в дверях? Иван Кузьмич, проходи. Николай Егорыч, я с объемом работы ознакомился. Думаю, что справлюсь. Постараюсь изо всех сил. У нас тут все стараются. Только результаты разные. В твоих успехах я не сомневаюсь. Недаром я тебя давно заприметил. А уж в людях я как-нибудь разбираюсь. Иван, от тебя потребуется совсем немного. Но прежде всего, в точности выполняй все мои указания. Будь скромным. Ну и преданным, конечно. Но ты мужик с головой, так что разберешься. Деньги здесь огромные. Понимаешь, деньги. И ценности немалые. Представляешь, какая тут почва для всяких злоупотреблений? Да, представляю, Николай Егорыч. Вы не беспокойтесь. Я все проконтролирую. Обо всем буду докладывать своевременно. Ну что ж. Чем быстрее приступишь к работе, тем лучше. Так что не тяни, перевози семью. Жильем мы тебе обеспечим, не волнуйся. Ну как там Вера? Цветет, небось? Она же мне на днях дочку родила. Да ну? Да-да. О, поздравляю, поздравляю. Спасибо. Быстро вы. Ну, передавай ей большой привет, мои поздравления. Ну, а как переедете, обживетесь? Зови в гости. Непременно, Николай Егорыч.
Я думал, тебя обком загробастать хотел, а оно вон как обернулось. Значит, у Николая Егорыча будешь работать. И под его руководством. Дельный мужик. Повезло тебе его. Я так полагаю, это по его указанию тебя в ЦК затребовали. Вы же знаете, он меня давно заметил. Ну, а сейчас ему в аппарате свой человек нужен. Так сказать, глаза и уши. Да, у них же там сплошная круговая порука. Связи годами накапливались. К тому же на меня будет возложено... Подготовка предложений по распределению материальных ценностей. А сейчас на это особый спрос. Да. Ну, я в тебя всегда верил. Ну, как говорится, в большом кораблю большое плавание. Ладно, ладно. Но ты, я надеюсь, нас не забудешь. Поможешь области. Обижаете, Илья Федорович. Я своих никогда не забывал. Но для вас-то у меня всегда найдется время. Так что звоните, пишите. Ну что ж, будь здоров. Тебе, Верочке, счастья, успеха на новом месте. Спасибо. На добром слове. Скоро, скоро уже. Ой, Ваня. Вот они. Тише ты. Привет. Счастья вам, счастья вам. Будьте здоровы. Приходите еще. Спасибо. До свидания. Дайте взглянуть. Спасибо. Идем, идем, это простудит. Пойдемте, холодно. Ты кормил ее? Возьми Светочку. Родная моя, на сосочку. Ну, иди ко мне, иди ко мне. Какая же ты у меня красивая, Верочка. Ну, ну, иди ко мне, мою маленькую. Вот, иди ко мне. Вот так. Как же вас обеих люблю. Правда, она у нас чудо. А? Ну, моя красавица. Что такое? А так, моя красавица. Знаешь, Махлёша, вот так вот. Где наша сусочка? Вот. Вот так, давай. Ну. Знаешь... Я так часто видел в деревне, как бабы чужие, детей грудью кормили. Бабы чужие, дети чужие, а тут моя красавица. Ой, ты какой. Ну что ты. Карточку я вам выдам. В Москве на вас там новую заведут, обследование пройдете. Ох, работа у вас тяжелая. Здоровье беречь надо. Я пока на здоровье не жалуюсь.
Иногда бывает, конечно, чихну пару раз. Ну, не скажу, если в детстве болели. Не знаю, ну, болел, наверное, я не помню. Да болели, болели. Ну, вот ветрянка, коклюш, паротит. Что-что? Ну, это свинка, проще говоря. Свинкой болел? Угу. Помню, когда мать меня лечила, компрессы самогона прикладывала. Как на запах. Полдеревни мужиков сбежалось. Да, напрасно смеетесь-то. Ну, Кузьмич, паротит, заболевание опасно, особенно для мальчиков. Чем? Потому что вызывает различные осложнения. Бесплодие, например. У меня вон Светка родилась. Ну что ж, поздравляю, значит, вам повезло. Да. Ну, за счастливого отца. О. Оп. Прошу. Хорош. Ну? А что после свинки? Всегда бывает бесплодие? Ну, вам повезло. Занят. Да, у меня посетители. Привет. А я тебя так рано не ждала. Устал? Светочка, я покормила, все хорошо. Ты ужинать будешь? А я собираться начала. Вера! Что? Я сегодня был у врача. Что случилось? Да так, ничего особенного. Хотя... Да карточку забирал из поликлиники для Москвы. Выяснилось, что я в детстве свинкой переболел. А это значит, что... Скорее всего, у меня не может быть детей. Нет, я, конечно, в медицине не силен. Да и, может быть, наши эти местные скулапы чего-то перепутали. Ладно. Приедем в Москву, покажусь нормальным специалистом. Может, я что-то не так понял, а, Вер? Что ты не так понял, Вань? Но ведь у нас же Светочка родилась. Я бы еще мальчишку хотел. Конечно, Вань. Конечно. Может быть, ты мне поможешь собраться, а? Доченька, может, ты устала, отдохнешь немного? Да ладно, мам, ну что, инвалидка, что ли, в кровати валяется? Мне врачиха сказала, токсикоз может до конца мучить. Ох, мам, сил моих нет терпеть это. Ну что поделаешь, доченька? Все терпят, и тебе придется. А я не хочу. Да и ради чего терпеть? Ты же видишь, он за мной не приехал. Не написал даже. Сплавил меня и рад. Что я одна буду с ребенком делать? Не нужен мне ребенок. Блин, доченька. Да что ж ты такое говоришь? Господь накажет. Мама, да при чем есть Бог? Женщина, между прочим, сама имеет право решать.
Не хочу я в деревне торчать, я в Москву хочу. А ребенка родишь, и не вырвешься. Аборт сделаю. Да ты что? Да ты что? Совсем сдурела? И не думай. Хватит. Съездила в Москву. А теперь, милая моя, терпеть надо. Терпеть. Мама! Чего шумите? Сбегай в погреб. Принеси соленых огурчиков. Здравствуйте, Степан Алексеевич. Здравствуйте. Степан Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Почем картошка в Москве? Да я не знаю. Может, баньку затопить, а? Нет, спасибо, не надо. Ну, ладно. О, Степан Алексеевич. Здорово. А мы вас не ждали. А Верка с Иваном уехали. В райцентре живут. Дом проходите. Ну что, тетки, встречайте гостя. Собирайся. Я вечно буду образ твой.